Самое здесь плохое, что рыбаков очень мало. И сидят они вот так вот, где-то как минимум в километре от берега. То есть даже не знаю, куда мне идти рыбачить. Попробую максимально разведать. Весной это ловил вот здесь, вот прямо с этого мостика. Так, итого замерил глубину. Это получается луночка самая дальняя от берега. 5 метров. Это 4. Дальняя 3. Для начала поставлю 3 жерлица. Поставили 3 жерлица. И отправляемся дальше на глубину. Так, ну вот так вот. Нашел я 10 метров глубину. Сейчас попробуем закормить луночки. Причем вот эту, допустим, я лунку закормлю с прикормкой в перемешку с мотылем прикормочным. А крайнюю закормлю просто прикормочным мотылем. Время почти 16 часов, никаких намеков на поклевки за это время не было. Вот буду собираться, а завтра постараться пораньше сюда прийти и застать кого-нибудь из рыбаков, так как сейчас, как видно, даже те одинокие фигуры исчезли с горизонтов. Вот, и как следует прознать у рыбаков, как и что тут делать. Так, на второй день рыбалки я выхожу на лед в 7 часов 20 минут. И сегодня я намерен подойти вот к тем рыбачкам. Надеюсь, видны черные точки вдалеке. Километра полтора. Я думаю, это будет более серьезно. В общем, пришел сюда, здесь в основном мужички ловят хищника. Стоит куча жерлиц заряженных. Я сейчас поставлю свои 5 жерлиц все, где-то вот здесь вот. Вот между всеми этими жерлицами выбрал я такое себе. Так, вот, не у меня, к сожалению, но... Оп. Есть контакт. Судачок, ага. А как вторая рыба называется? Берж. Ага. Он подобный судаку, просто такого крупного не бывает. А сколько у вас жерлиц? 10. Ага. А сейчас тут это, с этим нельзя. Тут инспектор, нас уже дважды проверяли, в этом буквально в полторы-две недели. Ага. Приезжают, читают протоколы. А не, сколько можно максимум? 10. 10, ага. А когда клевать начнет, неизвестно здесь, не прогнозируется, да? Не, это... Ну можно типа посидеть до 18 сегодня, да? Целесообразно или нет? Вот эти вот клюют обычно или до обеда, потом к вечеру. Ага, ага. А остальная рыба как повезет, как говорится. Понял. Тут вот у меня знакомые ездили неделю назад, в субботу или воскресенье, не знаю. Вот эта речка, он там впадает, бабенка или какая, или бабня она. Ага.
Один мужичок наловил 37 окуней, общий вес около 8 килограмм. Весь крупный окунь был. На блесенку, да? Я не знаю, не, на мотыля. На мотыля. Через два дня приехал специалист по окуню, оббегал там все и ничего не поймал. Понятное дело. Рыба клевала вчера и будет клевать завтра. Но, тем не менее, я вас поздравляю. Спасибо. Вообще крутой спасибо. Экземплярчик. Да, не очень крутой, но уже не штрафной. Вот. Штрафные тоже, говорят, до 40 сантиметров. Вот отсюда, отсюда. Ага. И вот до сюда. Ладно, все. Спасибо, удачи. Если что, зовите. Спасибо. Багор покупал лет 8 назад. Жена смеялась надо мной. Но, тем не менее, по факту пригодился багорчик-то. Так, засверлился здесь. Три луночки, как обычно. Сейчас закормлюсь и буду сидеть, грустить целый день. 3,5 часа просидел абсолютно безрезультатно. Никаких намеков на поклевочку. Поэтому, наверное, пойду-ка я пока домой. Ну, в общем, второй день рыбалки закончился также безрезультативно. Оставался у меня живец немножко. И решил я поставить вот так вот на ночь. Опять жерлиц. Глубиной от 2 до 6 метров. А утром уже проверю их. Надеюсь, никто их за меня не снимет, не проверит. Вот такой вот солнечный денек выдался. Рыбаки повысыпали на лед. Я проверил свою среднюю жерлицу. Карасик еще живой. Поэтому я думаю, еще на часок я их оставлю здесь. Время 10:30. Пора собираться, ехать домой. Поэтому иду собирать свой жерлиц, на который ни хрена так и не поймалось.